Вот понимаешь, если такая машина, фура, да, фура едет, да, едет, а машина не может ехать, когда кошка пищит, машина ехать не может. Вот, когда кошка пищит, машина ехать не может. И не может ехать, и все. И бизнес закрылся, да? Потому что машина до магнита не может доехать в магазин магнит. И бизнес закрылся у бабки, которая огурцы перепродает. Да, вот так. Представляешь, что ты делаешь? Бизнес закрылся у бабки, которая огурцы перепродает. Представляешь? Вот что ты делаешь. Который с магнита их покупает, а огурцы перепродает. Бизнес закрылся у бабки. Из-за того, что кошка пищит, машина фура не едет. Потому что машина фура не может ехать, когда... Когда кошка пищит. А то бизнес закроется у бабки, которая огурцы перепродает. Что делать тогда будешь? Вот. Чё, из-за тебя, да, из-за тебя, из-за такой красавицы, да, машина фура не едет, все. Бизнес закрылся у бабки, которая огурцы перепродают соленые из магнита. Вот. Вот такие дела. Чё ты там чай скидываешь? Ты с ума сошла? Чай мне вернуть. Вернуть не чай. Вот чай. Вот. Это чай. Все, хватит, дай дома сидеть лучше. А то фура не едет и бизнес закроется у бабки, которые огурцы из магнита перепродают. Вот, что тогда делать будем? Что делать тогда будем? А? Что делать тогда будем? Чай жрать в пакетиках? Прям так? Прям так будем жрать, да? Ну, так тоже можно. Офигеть, конечно, да?